точно... А каким образом это может коснуться обычного человека? Вообще вся эта история — это большая игра. И у меня мама, она живет в Бельгии, она давно там живет, она гражданка той страны. Вот. Она четко знает, что в ее город, в город Гент, приезжает там столько-то туристов, потому что она в этой сфере работает, из России, и это приносит денег. Когда ведутся разговоры, так как мамин муж, он бельгиец, он социалист, причем такой ярый, он считает, что мы, русские, резко стали капиталистами, это плохо, надо более быть социальными и двигаться в сторону развития другого, не просто набивать карманы и так далее. Но это его представление, естественно, он не был здесь ни разу, хотя его приглашал, он хочет попасть в Санкт-Петербург, в Москву. Отошел я от темы. Я считаю, что если... Тогда пусть нас вообще изолируют, вообще всех. Мне там делать нечего. Я вот буду совершенно спокойно летать в Калининград, та же самая Европа. Буду ездить в Крым. Мне все равно. Просто я считаю, что это нарушение прав человека. И мы можем не потреблять их товары, можем бойкотировать. Я не знаю. Точно так же. Посмотрим, к чему это приведет.